Сегодня у нас воскресенье, 2 или 3 декабря, 23-й год. Снежок идет, украшает деревья, дома, также машины. Ласточка. Здесь у нас мангальчик такой. Детки любят жарить что-нибудь, сосиски, хлебушек, сальцо. Сено только что вынес. Запаслись летом сена для овец. Сейчас посмотрим. А сено-то пахнет. Хоть самому ешь. Сейчас закроем. Дал овечкам. Кушает. Две уточки осталось, мулардов. И вот овечки жуют. Ну что вы, пушистые. Это у нас здесь вот такой огородик зимний получается сейчас. Вода здесь была, лед замерзла. Ничего, уже потепление скоро. Здесь мы высыпаем разные шкурки с картошки, с апельсинов, козы. Ну, козы, овцы кушают. Хочу сказать, шкурки с мандаринов кушают и хорошо очень вместе с очистки, с очистками картофельными. Это думал отделить же овечек этим заборчиком еще летом, сделал его из бамбука сеточку, так козочки наши перепрыгивают в два счета, надо для них хотя бы 1,50 м, а метр им слава, они вон весь его погнули, когда прыгают иногда задевают. Это наша такая плантация. Здесь тоже мы насыпали. Но они сюда стараются не ходить. Насыпали овцам сена. Вода у них там. Кровать отдыхать. После тяжелого дня рабочего. Чего, как притрусило. Ну, тут нам соседи дали сено. Оно просто старое. Они его даже не думают кушать. Он замерзло. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Овес тоже купили 2 мешка еще в начале лета. И до сих пор они его не съели. Не любят овес вообще. Кукуруза и пшеницу. Тут у нас лисица недавно орудовала. Перелезла, вот там она подрыла. Сеточку отогнула. И 2 курочек скушала. Не насчитались 2 курочек. Что у нас здесь? Воздух есть? Есть, все нормально. Ладно, их не беспокоить. Улики вроде целые. Никакие птицы, мыши их не грызут. Нормально. Так, поедем сейчас в Берлин.